На данном поле представлен кукуруза, 146 гектар. Залог успеха получения на хороший урожай кукурузы, я считаю, это подготовка почвы и гербицидная своевременная обработка. На данном поле обрабатывался препаратом Элюмис в дозировке 1,75 литра на гектар. Фазу 3-5 листьев кукурузы. Падается пшеница, тоже присутствовал в посевах. Элюмис с ней тоже справился. Препарат очень мягкий. В хозяйстве все 780 гектар обрабатываются препаратом Элюмис. Потерю урожайности по кукурузе, я считаю, потерять можно без обработки вообще процентов 90. Ну, потому что у нас вот есть, где не обработали, кукуруза вот такая, и все, она ничего не даст. Просто слишком высокий фон заражения. Препарат держит до 20 дней, а кукурузе потом самое главное старт, чтобы ей никто не мешал. И она начинает расти спокойно, и сорняки, даже если что-то остается, она их задавливает, и все. Ну, сотрудничество с компанией Syngenta. У нас постоянное сопровождение препаратов, какие-то вопросы, сопровождение во время обработок. Специалисты присутствуют, консультации, помощь в составлении схем защиты растений, выращивании культур. Так что все отлично. Но на данный момент это конец июля. Кукуруза выглядит отлично. Прошли обильные осадки. Кукуруза выкидывает метелку, формируются, выходят початки. На некоторых растениях до 2 початков бывает. Кукуруза чувствует себя хорошо. Даже если встречаются в междурядьях злаковые сорняки, то они культуры уже не навредят никак. Самое главное была защита препаратом Элюмис на ранних стадиях развития, что помогло кукурузе вырасти, и теперь сорняки ей уже не страшны. Препарат Элюмис был применен в дозировке 1,75 литра на гектар. Но этот год мы оцениваем отличным. Я считаю, что урожайность будет в этом году намного выше предыдущего года. Не сотка, но 80-90, я думаю, должно быть. На данном поле мы видим огрех только на краях поля, потому что, в принципе, тут ровно без столбов, без огрехов сильных таких, хорошо обработанной кукурузы. Мы видим здесь предшествующую культуру, мы видим здесь щирицу, тоже достаточно такая довольно большой фазе развития. Также присутствует вьюнок, трудно искоренимый сорняк. Элюмис дает возможность кукурузе в период развития активного 3-5 листов уходить от сорной растительности, так как сорная растительность в этот период забирает много азота у кукурузы и низко формируется урожайность у кукурузы, может даже происходить полная потеря урожайности за счет нехватки азота, которую забирают сорные растения. Поэтому Элюмис хорошо контролирует сорную растительность, как однодольная, так и двудольная, именно в фазу 3-5 листьев. Здесь была высокая засоренность перед обработкой Элюмисом. Элюмис справился отлично, сохранил нам урожай кукурузы.